Сашу зови, Руслан. Звони ему. Пиши ему. Присядь и отдохни. Пусть летит в Divinity. Покажем людям, что такое страсть. Руслан, там уже тёлок пикает. Divinity. Как обычно. Саша. Напиши ему в чат, ну, в личку. Какой здесь-то что, смысл писать? Divinity. Здесь-то смысла нет. Катаклизм, уничтожает всех существ. Персональный хрип, вроде дело. Ого-го-го! Вы это видите? Опа! 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 Это понимаете? Дайте я вам объясню. Я не заходил в Hearthstone примерно уже месяц-полтора. Ну, как бы так, заходил. А вот в плане редкости я, наверное, именно не играю в Hearthstone на постоянной основе примерно уже месяцев пять. И вот всегда, когда ты сидишь, не играешь в Hearthstone, вообще забил на него это, ну, вы поняли. Вот. Тебе дают там каких-нибудь 3 бесплатных пака, и там с процентной вероятностью процентов 70-80, но если ты не совсем конченый неудачник, тебе выпадает легендарка. Таким образом, близы такие, типа, как бы намекают тебе, чувак, возвращайся. О. И ты в итоге, значит... Ну, ребят, я не знаю, что сказать. Легендарная карта на паладину, Волнир. Случайное существо в руке получает плюс 4, плюс 2, когда он умирает, снова снижает. Да, я помню. Я помню эту карту. А ты такой раз и не вернулся, да. Потому что тебе похер уже на это. Гвинт лучше, ну, на самом деле лучше. Потому что мне уже настолько похрен, я этим легендаркам не радуюсь. Но вот вы видите, как бы у меня... Радость была ровно 3 секунды, типа, ну да, прикольно. Но потом в итоге ты осознаешь, что это мир, тлен, жизнь, боль. И как бы больше ты снова не хочешь идти в Hearthstone играть. Я создал там офигенную колоду на воины. И куда я поднялся? Из-за того, что там везде были джейд-друиды сраные, я не поднялся выше какого там ранга, я не помню. Выше 15-го или 14-го ранга я просто пробиться не мог. И мне было лень делать колоду, которая контрит джейд-друидов. Основано на других этих картах, чтобы потом подняться выше, потом это все это делать. Ну, типа, блин, я хочу зайти в Hearthstone и играть колодой, которую я создал. Я не хочу сидеть и играть по паттернам. Мне интересно делать что-то свое. Но что-то свое обычно сосет, 90% случаев. В Hearthstone сейчас играют корейцы, которые, у них вместо голов, я не знаю, калькуляторы. И они сидят и ночами, и сутками высчитывают... Какие карты лучше друг с другом синергируются и так далее. Сраные корейцы. Все из-за них. Во всем они виноваты. Но В гвинте вообще... Гвинт будет, ну, мне кажется, точно так же, как ХС. Поначалу, типа, все отлично. Люди туда пойдут толпой. Хотя поляки, кто их знает, может, они и оставят игру хорошей. Но я уже особо-то после Star Citizen уже не особо верю, что что-то будет иначе. Хотя, хрен, вот честно, вот сейчас на игровом рынке что-то предсказывать, это надо быть каким-то вообще этим, на кончиках пальцев 10 из 10 жирным лысым толстяком, чтобы... В чем связь? Ну, связь, ну, в смысле в том, что, типа, как Hearthstone стартанул отлично. А, Star Citizen, господи. Ну, в том, что, типа, Star Citizen вначале так стартанул, там, бета, после первой альфы, точнее. Люди так ее хорошо хвалили. Да. Но создатель Star Citizen, то же самое, у него там хороший послужной список. Вот, и, собственно говоря... Я как бы там на то и вышло, что непонятно, выйдет эта игра хорошая или нет. Вокруг нее очень много слухов. Сейчас недавно Игромания выпускала целый ролик, в который она рассказывала, что все не так, все осталось как хорошо. Так, кстати, у меня. Блин, во-первых, что-то поправить. Ужас.
Вот, да, Wing Commander. Ну, я и говорю, что вот у него отличный послужной список, и что хотите. Привет, я спать. Макс, короче, не будет играть в Tekken со мной сегодня. Печалька. Саша, ФК пока. Да ладно, тогда сами сгоняй в Tekken, хз. Что делать? Я хочу посмотреть. Это будет реакция на менюшку в Tekken. Быстро посмотреть, как менюшка выглядит. Там первая заставка, аниме. Пацаны, чё? Ну чё, аниме? Чё, вы готовы к аниме? О, как это связано? Не потянет, конечно. Все тянет, а это не потянет. Tekken за панду. Короче, что я хотел сказать-то? Сейчас, пока его не запустил. Как это связано с гвинтом? Я тебе все сказал. Поляки, может быть, сделают нормальную игру. Но я говорю, предсказывать сейчас на рынке игр, какая игра будет хорошая, какая плохой, это быть аутистом. Ну ладно. Если вы обладаете какой-то секретной информацией или ходили на презентацию игры и, типа, можете себе, ну, представить или видели презентацию игры, и там вам понравился геймплей, можно хоть как-то составить о ней мнение, хотя Ubisoft десятый тысячный раз доказывает то, что это не работает нихера. Что на презентации игра выглядит как 10 из 10 на кончиках пальцев у Логвинова, а на деле это говнище. Я не хейтер, нет. Ребят, я много игр люблю. Блин. Tekken. Ты слишком громкий. Сделайся потише. Спасибо. Я не хейтер-скейтер. Игры я люблю так же, как и вы. Еще тише.